Я считаю, что замуж выходят только те девушки, у которых вообще нет никаких целей в жизни. Да. Мне кажется, в 21 веке выходить замуж – это вообще самое бесполезное, что может сделать женщина. Что же ты, черт побери, такое несешь? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. А как же здоровое отношение к алинизму? Как же вот эти вот рогатые друзья, которые просто мечтают повести тебя в ЗАГС, и неважно, на сколько ты бананах больших и коричневых побывала. В принципе же это не важно самое в жизни, да, как бы. Как же не надеть тебе колечко на пальчик, как же не оплатить свадьбу, причем не оплатить с кредитных денег, которые он взял на эту свадьбу. А, ну как это? Как, почему ты не можешь, сука, осчастливить какого-нибудь рогатого дурачка, который хочет взять тебя в замуж? Почему ты этого не можешь сделать? Тебе что, жалко, а? Ну сдай ты свою пилотку в аренду в бытовую проституцию. Тебе что, жалко, я не понимаю, а? Ну ты же чаечка вроде бы симпатичная. Ну возьми ты, сделай, возьми какую-то Алешку, блин, с улицы. Пускай он, блин, отдаст все твои долги, все твои кредиты заплатит, блин. Оплатит все твое, все оплатит, короче. И жизнь свою будет оплачивать, обеспечивать тебе будет. Почему ты этого не хочешь? Почему? Ведь у вас это нормальным считается.